Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo YX17, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Итак, нажимаем «Настроить», и первым делом мы выбираем язык. Нажимаем «Далее». Здесь мы выбираем регион, нажимаем «Далее». Здесь нам нужно принять соглашение и условия. Теперь мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Для этого нам нужно выбрать сеть. Выбираем сеть Wi-Fi и выводим пароль. Нажимаем «Подключиться». Нажимаем «Далее». Тут мы можем восстановить данные со старого устройства, с андроида, из облачного хранилища, либо с айфона. Я буду настраивать устройство как новое, поэтому нажимаю «Не копировать». Здесь мы можем войти в Google аккаунт. Для этого вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И теперь вводим пароль. Нажимаем «Далее». Здесь мы нажимаем «Принимаю». И здесь нажимаем «Принять». Здесь мы можем настроить ассистента. Нажимаем «Разрешить». Нажимаем «ОК». Говорим, вернее, «ОК, Google». Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Нажимаем «Готово». Нажимаем «Далее». Здесь мы можем настроить отпечаток лица и пароль. Я, наверное, нажму «Пропустить». Далее нажимаем «Далее». Здесь мы можем перенести данные с какого-то другого устройства. Я нажимаю «Пропустить». Здесь мы можем выбрать, что мы хотим установить, какие приложения на наше устройство. И нажимаем «Установить». И нажимаем «Использовать». Таким образом мы настроили наше устройство. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.